Когда наш хор Граша стал лучшим хором в мире, я, конечно, не знаю, как другие люди подумали, но лично я был благодарен Богу. Насколько мне известно, не было лучшего в мире хора в Корее. Конечно, может было. Однако хор Граша всегда пел для Господа Бога. У них нет того, чего имеют другие люди. Они не получают зарплату. Они не живут шикарной жизнью. Каждый вечер они должны перемещаться с одного города в другой. Должны петь ради Христа. Большинство музыкантов берегут свой голос. Когда я проводил библейский семинар в Сеуле, моя дочь выходила из дома в 6 утра, и с 7 утра до вечера они пели, репетируют и исполняют христианские гимны, снова репетируют. После вечернего слова они поздно возвращаются домой. Они полностью отдают себя Евангелию. Когда на душе им становится тяжело, они говорят, что хотят уйти из хора, но потом меняют свое сердце, и видя, как люди, слушая их прославление, возвращаются к Господу Богу, они получают радость. Вы не представляете, насколько я благодарен каждому члену хора. Когда мы начинали хор в газете Чосан Ильбоу. я прочитал новость о том, что в Корее было известное фортепианное трио, но эта группа распалась. И что говорит журналист? Что это фортепиано трио настолько хорошее было, что оно должно существовать для страны. Потому что оно повышает уровень нашей музыки. Однако из-за того, что их сердца не соединились, они а распались. Компания Escape ежегодно оплачивала им 500 тысяч долларов. Когда я прочитал эту новость, я подумал, всего лишь три человека не могли соединиться со сердцем. А в хоре минимум будет 30, 40 или даже 50 человек. Как соединить их сердца в единое? Даже если ты одинаковый сопрано, когда поет три человека, первый сопрано думает, что он, она спела лучше всех. Второй сопрано думает, что она лучше всех спела. А третий сопрано думает, что она была лучшей. Каждый человек думает так. Тогда как можно сделать хор? Мне было очень трудно. Но потом я размышлял дальше. Если хор будет петь только ради Господа Бога, тогда Бог защитит хор. И то, что сегодня хор сделал, это почти чудо. Хор своим прославлением сгреет сердца людей, смягчает ожесточенные сердца. Как это стало возможным, скажите? Без помощи Господа Бога. Разве это возможно? Невозможно. Когда они прославляют Бога, поскольку они получили спасение, слова гимнов, которые они поют, становятся их словами. Эти произведения становятся их произведениями и видят, как слушатели, слушая их музыку, открывают сердца. И сердце о том, что они живут ради Иисуса Христа, который умер за нас, дает силу, чтобы они пели. Я говорю, Пхчинё. Пхчинё. Даже когда тебе будет 80, пой. Даже когда тебе будет 90, продолжай петь. Может быть, тогда меня уже не будет рядом с тобой. Но ты продолжай прославлять Бога. Знаете, слушая эти слова, она плачет. От радости, что может петь ради Христа. Они испытали многие трудности. Они прилагают большие усилия, чтобы проставлять Бога. Есть еще одна трудность. Они ежедневно улучшают свою вокальную технику. Директор хора выработал новую вокальную технику. И поэтому каждый член хора принимает эту новую технологию. И, конечно, человек привык к предыдущим техникам, но они меняют и говорят, принимай новую технологию. И очень, конечно, тяжело поменять. Во-первых, нужно развивать свой слух. Чтобы различать один герц в звуке, нужно прилагать большие усилия и сердце И как хор смог этого добиться? Никакой хор не смог этого сделать В Эсол-Лейк-Сити so есть Мормонская церковь И они говорят, что хор Мормонской церкви — самый лучший хор в мире Когда мы проводим концерт в Эсол-Лейк-Сити, so мы говорим что хор Грачас — это лучший хор в мире. Тогда многие члены хора Мормонской церкви участвуют в концерте, и все смеются. Они говорят, что хор Мормонской церкви поет намного лучше, чем хор Грачас. Но когда хор Грачас начинает петь, все члены хора Мормонской церкви стесняются. Говорят, что невозможно сравнить. Они удивляются, смотря выступление хора Грачес. Во всех наших делах мы не имеем хорошие условия, мы не имеем хорошую атмосферу, у нас нет богатых финансов, у нас нет особых талантов. Но чем все это, то влияние души намного больше. Имея много денег, ты можешь быть несчастным. Если на хорошей машине, можешь быть печальным. Будучи мудрым, ты можешь страдать. Но когда наше сердце встретится с Иисусом, когда мы будем идти вместе со Христом, то ни в коем случае этого не может быть с нами. Я однажды а позвонил одному брату. Этот брат мне сказал, пастор, пожалуйста, спросите меня. Мой отец очень негативно говорит о вас, пастор. А сам же живет ужасной жизнью. Он развелся и живет жалкой жизнью. Не ходит ни в какую церковь. Почему он слушает эти слова? Почему его отец не проверил информацию? Знаешь, что эти слова, слухи разрушают его? Любой период всегда существовал голос, который негативно говорит о церкви. И такое же было при жизни Иисуса. И у Петра было. И Павел слышал подобные слова. Все слышали подобные слова. То, что обо мне говорят негативно, для меня это не проблема. Но те люди, которые слушают и принимают эти слова, умирают в душе. В душе они умирают. Почему? Потому что их духовная жизнь не стоит. Слушая Слово Господа Бога, их духовная жизнь росла. А когда они служат негативные слова, их вера разрушается, и этого они не понимают. Сегодня у многих людей духовная жизнь разрушена. Сегодня, когда я читал Библию, все израильтяне пришли в Ханаанскую землю. Когда они были в рабстве в Египте. Представляете, когда женщина рожает ребенка, а этого ребенка бросает в Нил. Представляете, 9 месяцев эта женщина держала утробие этого ребенка. Когда этого ребенка, который дороже, чем ее жизнь, бросает в Нил, многие женщины сходили с ума из-за этого. Плакали и плакали. Ночью просыпаются с горем. Живя в ужасной жизни, Господь Бог освободил их из Египта. Они пришли через Чепное море. Бог высушил Черное море. И когда египтяне следовали за, за ними, Бог сделал, чтобы они все погибли в море. И потом они смогли выжить. Они прославляли Господа Бога. Когда они шли в пустыне, Господь Бог дал облако, чтобы днем не было жарко. А вечером огнем он согревал их ночью. И потом из скалы вышла вода, чтобы утаить их жажду. Потом дал перпела, чтобы они могли есть мясо. Дал манну. Это самое лучшее путешествие, которое может быть. И когда израильский народ наконец добрался до хананской земли, 12 цеглядатых пошли осмотреть землю. 40 дней они находились в хананской земле. И действительно, это была земля, где течет молоко и мед. Ветка винограда была настолько большой, что два человека несли. Мне кажется, если ты одну винограднику съешь, сытым будешь. Но действительно, в этой земле текла молоко и мед. И хорошая земля. И плодородная. Вот в Хананской земле вот такие плоды растут. Все израильтяне были удивлены. Действительно, там течет молоко и мед. Однако, один человек сказал, но там живут сыны Янаковы, а они высокие ростом. Это что, младшие братья Голиафа? Сыны Янаковы не проблема. Наверное, это было до Голиафа. Я забыл, что это было до Голиафа. Запутался. Но даже Голиаф не был проблем для Давида, потому что Бог был вместе с Давидом. Когда дьявол дает нам какие-то переживания, какие-то страшные мысли, мы начинаем постоянно следовать за этими мыслями. Но глупый человек становится постепенно рабом этих мыслей. Но мудрый человек молится перед Богом и освобождается от этих мыслей. Если мы немножко будем размышлять. Знаете, когда я жил в деревне Акукту, тогда я взял с собой где-то 3 или 2 доллара и взял с собой немножко еды. Знаете, почему я взял немного? Наверное, вы не знаете. Потому что больше у меня не было. Поэтому я не мог взять больше. Это было все, что было у меня. Но я там прожил 9 месяцев. Что удивительно, за 9 месяцев я, конечно, много голодал. Но сестра Сонуль Сун получила спасение. Когда я был у нее дома, она встретила меня, накрыла мне стол я посчитал, сколько дней я уже нахожусь в этой деревне. И что удивительно, столько много дней прошло, но я был жив. Девять месяцев я служил в этой деревне, потом мне сказали, чтобы я поехал в деревню Чангпали, поэтому я вынужден был переехать. Но знаете, за что я был благодарен? Если у меня была бы мысль о том, что я могу умереть от голода, я, наверное, бы убежал уже. Но я благодарен, что у меня таких мыслей не было. Когда меня собирали в армию, на самом деле мне много дали денег. Многие знакомые подарили мне деньги. Но все я это оставил. Я взял с собой только 50 центов и спрятал их в Библии. Но когда товарищ мой один потерял форму, я дал эти деньги, чтобы он купил форму. И потом печать стоит 70 вон. Я заплатил 10 центов и получил обратно 30 центов. И это было все, что было у меня. Когда меня должны были собрать в армию, у нас было молитвенное собрание. До 12 нужно приехать в военную часть, но молитва почему-то не заканчивалась. Нужно попрощаться и уйти. И представляете, два часа дня. Все собрались уже. Но миссионер привез на машине в эту военную часть. И вдруг вечером один человек позвал меня к себе и спрашивает, «Ты же сегодня утром на машине приехал?» Я сказал, «Совершенно верно». Но знаете, в то время машину имели только губернаторы. И все подумали, что я сын богатой семьи. И поэтому он говорит, «Я тебе отправлю хорошую часть». Я сказал, «О, спасибо большое». И он говорит, "Заплати только 10 долларов». Но я сказал, «К сожалению, у меня нет 10 долларов». И я пояснил ему, Потом говорит, дай мне тогда 6 долларов. Я говорю, у меня нет денег. Потом говорит, дай мне тогда 5 долларов. Потом спрашивает, тебе что, даже 3 долларов нет? Я говорю, да, нет денег. Тогда сколько у тебя денег? У меня есть 3 цента. Тогда этот офицер начал злиться. Никто не верил, что у меня всего лишь здесь 3 цента. Он сказал мне, «Мне кажется, ты надеешься на свою крышу, я тебя обязательно отправлю в пограничную часть. Вот ты увидишь. И меня отправили в город Вонджу, рядом с границей. И это была самая подходящая часть для меня. Я видел, как Господь Бог ведет мою жизнь. И Господь Бог намного лучше благословлял меня, чем деньги. Когда я служил в деревне Акуктон, когда я служил в городе Чангпали, Потом, когда после службы в армии я служил в городе Ким Чон, я видел, как Господь Бог многим обогащал меня. И я научился от Бога, что никогда нельзя говорить людям, что тебе нужно. Я не помню. Насколько я знаю, я никогда не просил денег у людей никогда не просил их помощи. Потому что Господь Бог всегда помогал моей жизни. До того, как мы начали печатать книгу, мы просто жили и служили Богу. Потом, когда мы издали книгу, которая называется «Секрет прощения грехов и свыше», тогда издательство хотели дать мне деньги за то, что я написал книгу. Но я хотел, чтобы эти деньги использовались для церкви. Потому что я сказал, что я же получаю деньги. Мне хотели дать, по-моему, 30 долларов тогда. Но я сказал, зачем мне эти деньги нужны? Потому что ведь Бог сделал, чтобы я написал эту книгу. Конечно, сейчас я продаю книги через дом книги Кори, поэтому деньги поступают. Но Бог благословляет меня, чтобы мы могли строить молитвенный дом и, 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 в Гаити, а также строительство молитвенного дома в Замби, и потом в королевство Эсватини, чтобы строить молитвенный дом. Мы можем использовать эти средства. Так Бог благословил удивительным образом. Когда утром я встаю и приезжаю в церковь, я нахожусь в церкви до 10 вечера, у меня нет времени, чтобы тратить деньги. И мне не нужны деньги. За что я благодарен Бога. И каждый раз, когда помощь Господа Бога защищает меня, есть то, о чем я хочу сказать каждому из вас. Вам не нужно бояться входить в мир веры. Сатана обманул вас, чтобы вы не могли войти в мир веры. Не думайте о том, что веру могут иметь только такие люди, как пастор Супак или другие великие люди. Через слово, которое написано в Марк 11 главе 24 стихе, в 87 году я смог полностью выздороветь от болезни желудка. И первый день конференции я передавал Слово через это Писание. И 250 человек, которые участвовали на конференции, смогли выздороветь через веру в Слово. Также Господь Бог сделал, чтобы каждый из вас мог иметь веру. Послушайте это Слово. Ибо мы Его творение. Созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Скажите, кого исключили из этого слова? Мы творение Господа Бога и созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Нас создал Бог таким образом, чтобы мы не были задействованы в злые дела. Когда вы будете делать добрые дела, Бог будет вести полностью вашу жизнь. И тогда вы будете жить самой благословенной жизнью. Знаете, человек Оксупак был никем. когда проводили семинар с 10 мая. Изначально мы планировали провести конференцию CLF в Америке. Я поехал в Америку заранее. И я посетил Филадельфию и Атланту и общался с братьями. И в Филадельфии, и в Вашингтоне, и в Атланте многие братья, служители приходили общаться со мной. И в Филадельфии собралось где-то 20 служителей, и мы проводили семинар. И они были очень сильно вдохновлены словом. И мы решили переночевать в Филадельфии. Но правительство Нью-Йорка запретило проводить мероприятия, где собирается более 200 человек. Уже было зарегистрировавших только 3000 человек. Потом мы даже построили план, чтобы разделить 3000 человек под 200 человек и провести мероприятие, но это было непросто. Поэтому ночью из Филадельфии я приехал в Нью-Йорк, переночевал, и потом утром мы проводили совещание. И мы решили перенести даты проведения СЛФ. И мы так и сделали. И все согласились. Потом у нас было пасхальное собрание. И потом 10 мая у нас должен был состояться семинар. И были многие слушатели, которые хотели приехать к нам. Они нам сообщили из всего мира. Многие хотели приехать к нам. Поэтому вместо конференции мы попросили, чтобы у нас была возможность транслировать слово. в настоящий момент 276 телей радиокомпании транслировали мою проповедь. Сейчас в Америке телекомпания CTN каждую неделю транслирует мою проповеди. По корейскому времени это воскресенье, а по времени в Америке это вечером в субботу. Слушая слово, слушаю мою проповедь, люди все удивляются. Все хотят транслировать мое слово. Потенциальное число слушателей достигло 1 миллиард человек. И, конечно, мы не смогли все обсудить. Но более 10 телерадиокомпаний хотят периодически транслировать мою проповедь. И мне кажется, в скором времени мои проповеди будут транслироваться по всему миру. Начиная с телекомпании CTN, потом телекомпания Nasset, потом ТБН, Самые крупнейшие христианские теле- и радиокомпании хотят транслировать наши проповеди. Когда я думаю об этом, я благодарен Богу. Но проблема в том, что среди вас, которые собрались здесь, если сказать вам, выберите пять переживаний, выбрать пять переживаний проще простого. Когда я думаю о проблемах моих детей или моих родственников или о моем будущем, И наоборот, если сказать, чтобы вы выбрали пять причин для счастья, вы тоже легко сможете освободиться от переживания и перейти к счастью. Ну, допустим, вы находитесь в счастливом месте. У вас все идет хорошо. Но когда войдет в вас одна мысль, эта одна негативная мысль может разрушить все счастливые условия. Люди веры. Именно вера в Господа Бога. Побеждает проклятие, побеждает несчастье, побеждает печаль, одиночество. Все побеждает и еще остается в силе. Вы знаете это? В тот момент, когда вы приходите на собрание воскресенье и слушаете слово, конечно, никто вам за это не платит. Но ваше сердце погружается Словом Божьим и когда вы приходите и живой слушаете слово, и когда в интернете слушаете, есть разница. Конечно, мы не можем на компьютере анализировать нашу душу. Но Слово Божие делает, чтобы ваша жизнь стала светлой, чтобы была сила, чтобы вы побеждали печаль. Слово имеет силу, чтобы вы могли одержать победу над разочарованием. Как это возможно? Как мы можем жить такой жизнью? Та благодать Божия, которая благословляла меня. 12 цеглядатых, когда они пришли в Хананскую землю, они говорили, что действительно течет молоко и мед. Она была плодородной и была очень хорошая земля. Но пришла одна мысль. А здесь есть сыны Янаковы. Сыны Янаковы. Разрушили все благословение, которое было в Холландской земле. То, что есть Сыны Янаковы, разве это проблема? Ведь Бог вместе с нами. Ты подумай. Когда мы вышли из Египта, когда проходили через Черное море. Ведь египтяне следовали за нами. И мы могли погибнуть. Но когда мы вышли на берег, и Бог сказал Моисею, подними руки. И когда Моисей поднял руки, то море, разделенное надвое, оно соединилось. И все египтяне погибли. Если сыны Енаковы погибнут, они смогут нас угрожать? Разве Бог не сможет их победить? Зачем нам переживать? Мы переживаем, потому что не верим в Бога. Даже если это высокорослые сыны Енакова, не проблема. Это не проблема. Потому что Бог всегда помогал нам. И тогда страх исчезает. Но сатана делает, чтобы в вашем сердце начиналось изменение. Когда вы идете, например, в магазин, и то хочется купить, и это хочется купить, Поэтому я очень не люблю ходить покупать вещи. Я очень не люблю покупать что-то. Знаете, когда я живу в этом мире, драгоценная любовь Иисуса Христа, которая есть в моем сердце, обладать Господа Бога всегда пребывает в моем сердце. Были очень многие испытания, были очень многие трудности. Но также я видел, как Господь Бог очень ясно помогает мне. Бог, который защищал израильский народ, начиная с Египта. Бог вывел их и защищал от рук египтян, провел их через Черебное море и уничтожил всех египтян. Когда не было воды, Бог дал в скале воду. Бог дал силу, чтобы победили сынов Янаковых. Они забыли память о таком Боге. Они просто говорят, что вот, это сыны Янаковы высокорослые. Давайте убежим, мы не сможем их победить. И среди 600 тысяч человек только Иисус, Навин и Халев смогли остаться живых, а все остальные на протяжении 40 лет умерли. Это одна мысль. Уничтожила почти 600 тысяч человек сделала, чтобы на протяжении 40 лет все они погибли в пустыне. Вы должны все их запомнить. Некоторые люди просто слушают слова, негативные слова церкви. Но если вы слышите такие слова, вы обратитесь к пресвикторам, обсудите их. Но все почему-то скрывают это. Хранять это негативное сердце у себя. И, естественно, они не могут иметь веру. Они идут к греху и сами чувствуют это. Они чувствуют, что они идут к падению, но продолжают следовать за этими мыслями. У одного служителя, который ушел из церкви, умерла супруга. И его сын позвонил мне со слезами. И говорит, пожалуйста, можете прийти на похороны моей мамы? И я приехал к ним на похороны, но потом я вышел оттуда. Некоторые люди взяли меня за руку и говорит, пастор, вы до сих пор говорите, что мы верили вам. Я улыбнулся и вышел оттуда. И потом я позвонил. И я сказал, что я не хочу ругаться кого-то в похоронах и поэтому ушел. Слово пастор ⁇ это Слово Бога. Разве могу проповедовать, чтобы не верили слову пастора? Как ты можешь так думать? Я сказал так. Знаете, многие люди не знают, потому что обмануты сатаной. Слово совершает небесные дела. Поэтому мы должны верить в Слово. И мы должны делиться свидетельством, как Бог действовал через Слово. Вот, помнишь, когда мы прошли через Черное море, египтяне следовали за нами? И мы ведь тогда думали, что все погибнем. Но когда самый последний чинял их, поднялся, и Моисей поднял руки, то египтяне погибли от моря. Помнишь это? Ой, так было приятно. Медиам, она же воспевала Господа Бога. Ведь такой Господь Бог вместе с нами. То, что много сынов Енаков, не проблема. Но они были обмануты голосом. И поэтому не хотели войти в Хананскую землю. 600 тысяч человек на протяжении 40 лет жили трудной жизнью в пустыне и умирали. И только Иисус Навин и Халев могли войти в Хананскую землю и получить всю славу Божию. Есть слова, которые разрушают духовную жизнь. И есть слова, которые укрепляют нашу духовную жизнь. Глупый человек. Не различая, о чем они сейчас слышат. И просто принимают, принимают. И постепенно они теряют всю эту веру. Поружаются в тьму. Но когда мы читаем Библию, начинает быть это откровение, было очень много дяний Господа Бога. Почему же Господь Бог написал до слова? Я буду у тебя действовать. Вот что хочет сказать нам Бог. То, что было в Библии, я буду совершить и у тебя. Сын, я буду у тебя так действовать. Не нужно бояться. Братья и сестры, я буду у вас действовать! Аминь. 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 Я так буду действовать, говорит Бог нам. Разве это не удивительно? На самом деле, я не сам себе. Как я проповедую, и один миллиард человек могут слушать эту проповедь? Мы не платили. Но как многие телерадиокомпании транслировали мою проповедь? Я верю, что это Бог сделал. Поэтому мы славим Бога. Сегодня рано утром я встал. И из всего мира отправили мне комментарии. И наши миссионеры перевели это на корейский язык и отправили мне. Но, конечно, простите меня. Но я же не могу читать только комментарии. Надо читать и Библию. Надо готовиться к Слову. Нужно молиться. И так же надо спланировать сегодняшний день. И поэтому я прочитал две строчки и оставил. Не стал читать, но я был благодарен Богу. Одним словом. Господь Бог действует внутри нас. Поэтому мы должны быть скромными. И мы должны верить в Бога. И мы должны закрывать наши уши от слов, которые говорят неверие о а Боге. Понимаете? Это очень удивительно. Когда Господь Бог создал нам нос, Он сделал, чтобы наши ноздры были направлены вниз. Бог не сделал, чтобы ноздры были направлены вверх. Потому что, когда пойдет дождь, туда может войти вода. Бог сделал, чтобы ноздры были направлены вниз. Представляете, как было бы неудобно, если ноздры были направлены вверх? Когда Бог сотворил нас, Бог сделал, чтобы мы могли размышлять, и чтобы мы могли познать мудрость Божию. Допустим, когда мы едим, мы знаем, где есть яд, а что является лекарством, от а чего ты будешь сыт. Как будто мы различаем пищу. Также в духовном плане не надо есть все, что попало. Брат, кто тебе сказал эти слова? Это голос сатаны. Голос, который разрушает веру в Церковь. Ты должен верить в служители чтобы твоя духовная жизнь росла. Ты хочешь, чтобы ты погиб духовно? Больше не говорите слова. Это голос дьявола. Эти слова уничтожат твою веру. Перестань говорить. Вот так вот надо делать. Разве не так? Совершенно верно. Поэтому мы должны защищать нашу веру. Потому что едва, едва стоя на ногах духовно. Каждый говорит, что они лучшие. Несколько лет тому назад в нашей церкви был один человек, который был старше возраст, чем я. Он был очень скромным человеком. Но однажды он пришел ко мне и говорит: пастор. И говорит, пастор, я хочу вам сделать замечание. Я немножко был удивлен. Я сказал, да, конечно, говорите. Он говорит, на сцене нельзя танцевать. Как в храме можно, можно танцевать? Я сказал ему, брат, но вы же не знаете Библию так хорошо, как я. Это не храм Божий. Вы знаете об этом? Это не храм. В Израиле был только один храм. Есть многие места, где люди собираются в Израиле их называют синагога. Не называют храмом. Не знающие люди говорят, что церковь является храмом. Но молитвенный дом это всего лишь здание. Место для проведения собрания. Иногда его могут поменять в бар, В Европе вы сможете увидеть, как многие церкви сейчас используют в качестве бара. В Америке пока запретили использовать молитвенный дом. Но в Европе вы можете увидеть, как большие молитвенные дома стали ресторанами, баром. Тогда все должны погибнуть. Нет, это молитвенный дом, но не храм. Да, в молитвенном домов было много в Израиле, Иисус вошел в синагогу в Капернауме. То есть это синагога. Место церкви. Место для проведения богослужения. А храм есть только в Иерусалиме. Храм можно строить только в этом месте. Если храм можно было бы строить, где попало, тогда нет причины для ссоры. Но люди не знают Библию. Да, сказали мне. Я пояснил брату. Брат, это молитвенный дом, а не храм. Он говорит, ну если проводим собрание, это же храм. Он не знал. Однако он считает себя лучше, чем пастор. И не слушался, и это очень плохо. Если бы этот молитвенный дом был бы храмом, но каждый из вас должен принести жертву всезнажения, чтобы войти в этот храм. Чтобы прийти на собрание, вам нужно принести жертву. Потому что без крови Богу нельзя предстать. Из-за греха мы можем сразу погибнуть. Поэтому без крови нельзя. Мы бы все погибли бы уже. Это не храм. Два сына Аарона... Они принесли другой огонь. И они погибли. Почему? Потому что они в святое место принесли другой огонь. Это молитвенный дом, а не храм. И люди, которые не знают, говорят, что это храм. Однако в Библии очень ясно говорится. Иисус Христос вошел в синагогу в Капернауме. Это не был храмом. Сейчас в Израиле нет храма, но нельзя говорить, что это место является храмом. И брат не знал этого. Просто слышал негативные слова о нас. О том, что вот в святом храме танцуют. Но Библия ведь говорится, что мы танцевали. Библия говорит об этом. Что здесь плохого? Это очень хорошее. У нас есть детская танцевальная команда Сафари, конечно, в храме нельзя танцевать. Но это не храм, это молитвенный дом. Понимаете это? Но проблема в том, что люди, которые где-то год ходят в церковь, считают, что они знают больше, чем пастор, и поэтому начинают осуждать служителя. Но как минимум, разве я не буду знать лучше Библии, чем они? Но те, которые не слушают Слово, они начинают думать, что служитель не прав, становятся высокомерными. И каждый начинает возвышать себя. Кто может вести их духовную жизнь? Причина, по которой Давид мог так долго находиться рядом с Богом, заключается в том, что хотя он был царем, но отличался от других царей. Когда он был молод, пророк Самуил был его духовным наставником. Потом пророк Нафан был его духовным наставником. Когда он состарился, пророк Гад был его наставником. Благодаря тому, что Давида были Самуил, Нафан и Гад. Каждый раз, когда Давид согрешал, пророк Нафан обречал его, и Давид менял свое сердце. когда Давид в возрасте посчитал израильский народ, пророк Гад принес жертву, и тогда проклятие Божье остановилось. Хотя Давид тоже был человеком Божьим, но он никогда не следовал за своим мнением. Он повиновался слову пророков, он подчинился им. И поэтому, хотя он согрешил, но даже после того, как он согрешил, он мог жить жизнью веры. В Саул же, он сделал ошибку, что не уничтожил всех амаликитян. Если бы он скромным сердцем пал бы на колени перед Самуилом, признать, что я был глуп, что не повиновался тебе. Пожалуйста, принеси жертву, так должен был он просить. Но Саул же только оправдывался. И Самуил говорит, что Бог оставил тебя. Всю ночь Самуил молился за Саула. Но когда он общался с ним, он понял, что Саул не заинтересован Богом, а только заинтересован тем, чтобы получить признание у людей. В конце концов, Бог его оставил. Самуил хотел возвышить Саула. Но Бог говорит, все, перестань молиться за Саула. Потому что все равно Саул тебя не слушается. И сегодня есть многие люди, которые живут как Саул. Получили спасение, ходят в церковь. Но однажды они думают, что они делают хорошо. Начинают игнорировать церковью. Легко могут сказать, что церковь, служитель, неправ Спросить, почему, если Библия Библии говорится так, вы делаете так? Тогда могут получить ответ И когда действительно неправ Служитель скажет, брат, я был неправ Действительно, это было неправильно И тогда не будет проблем Действительно, не будет проблем Но проблема в том Сегодня мы читали Слово Господь Бог вывел израильский народ из Египта и сделал, чтобы они прошли через Черное море, прошли через пустыню и пришли в Хананскую землю. И поставили 12 соглядатых и сказали осмотреть Хананскую землю. Они пришли и сказали, Действительно, это земля, где течет молоко и пьет, и вот плоды их. И они веселились. Вот, наконец-то, мы пришли к хананской земле. Теперь осталось только войти в эту землю. Вот такие богатые плоды там. Вот, смотрите на эти ягоды. Там столько хороших смоковниц растет. Мы скоро все это приобретем. Бог будет вести нас. Но в их сердце не было Бога. Для них стало большим бременем, что нужно будет воевать с сынами инаковыми. Сатана украл их сердце. Но здесь же сыны к Бог, что же нам делать? Тогда Бог скажет, в чем же здесь проблема? Бог ведь с тобой. А, действительно, тогда мы сможем победить. Но они говорят, давайте вернемся в Египет, иначе мы все погибнем. Ложь охватил их сердце. Я встречал многих людей в моей жизни. Когда я служил в мессинской школе, было сильное деяние Евангелия. И многие молодые люди говорили о том, что они посвятят себя Евангелию. Таких людей было очень много. 200 человек. Хотели жить только ради Господа. Но ни одного из них не осталось сегодня. Каждый пошел по своей дороге. Мне больно на душе. Нашей миссии, я верю, что будут все больше и больше появляться драгоценных служителей, которые будут передавать Евангелие. Они будут... Знаете, есть люди, которые говорят, что вот что, что? пастор виноват. Нет, служите этот человек Божий. Бог не допускает, чтобы вы легко, они говорили негативные вещи. Иначе ваша духовная жизнь разрушится. Вы будете испытывать трудности. Приходите к служителю слушайте Слово. И тот, который верит Слову, сможет выжить. Сестра Кименек. Она очень сильно мучилась из-за болезни рак. Она не могла есть. Я сказал ей, «Сестра, самое главное, чтобы выздоровели, конечно, важно принимать и лекарства, но надо, чтобы у вас был иммунитет. А иммунитет без питания не может развиваться. Поэтому вам нужно есть. Даже если у вас нет аппетита, вам нужно есть. Когда мы заправляем машину бензином, машина поедет. Даже если вы будете есть, у вас будет появляться сила. Эта сестра просто приняла мои слова. Она по всему дому положила пищу и ела все, что попадало под руку. Да, горько! но все равно она терпела и ела. Прошла неделя, она поправилась. Человек, который имел такую же болезнь, я сказал ему, надо есть. Если тяжело, чуть-чуть положи в рот, положи в рот и с слюнью. Да, пускай растается еда. А потом глотай. Нужно обязательно есть. Есть важнее, чем принимать лекарства. Он сказал, да, хорошо. Но потом перевернулся домой. Его супруга позвонила мне. Говорит, пастор, он снова выплюбывает». Почему? Потому что он думает так. Разве у пастора Пака хоть когда-нибудь было болезнь рака? Если он сам болел бы, он бы не мог бы сказать мне такие слова. Он же ничего не знает. Этот человек следовал за своими мыслями, и не ел. В конце концов погиб. Сестра Кимининок. Она тоже испытывала большие трудности. Она позвонила мне, говорит, пастор, из-за спазма в желудке мне очень трудно. Я спросил, у вас сейчас тоже спазмы? Она говорит, сейчас пока нет. Тогда я улыбнулся. И она спрашивает, почему вы смеетесь? Я говорю, ну смотрите. Если нет спазмы, значит вы уже здоровы. Почему же вы переживаете? А вот как пастор. И она поверила. И после этого не было спазма у нее. Она выздоровела. Это есть разница в мыслях. Разница в мыслях. Дорогие братья и сестры. Наша духовная жизнь ⁇ это не что-то дешевое, неценное. Конечно, мы не платим большие деньги, чтобы приобрести духовную жизнь. Но вы должны отдавать ваше сердце, отдавать то, что у вас есть, и ценное. Из-за жалкой вещей не надо не ценить духовной жизнью, потому что Бог может действовать через веру. Возвышайте служителей Божьих в церковь, и когда вы Бога возвышаете, тогда Дух Святой действует в вас, дает силу, что победили трудности, болезнь. Когда у вас есть неверие к служителям Божьим, Откуда вы тогда сможете приобрести силу? Вы читаете Библию, молитесь. Хорошо. Но это отличается от слуги Божьей. Понимаете это? Мы хотим начать новую эпоху в нашей миссии. Поменять христианство по всему миру. Многие люди хотят получить наставление у нас, Одиннадцать моих проповедей напечатали в виде книги. И потом сказали, чтобы сделали электронную версию книги, поэтому сделали электронную версию книгу. Переводят на многие языки, и мы хотим дальше проповедовать слово, чтобы люди, читая книгу, могли укрепиться в вере. Я верю, что многие люди вернутся к вере. Многие люди хотят слушать слово когда я оставляю мое высокомерное сердце, не следуй за своими мыслями. Сыны Янаковы кажется, что они уничтожат меня. Они высокие, что мы не сможем их преодолеть. Но, Господи, что нам делать в такой ситуации? Чуть-чуть, если бы они подумали. Бог ведь спас нас от Черного моря. Он в пустыне огнем и облаком защищал нас, дал воду в скале, когда мы хотели хлеба, он давал нам манну, давал нам перепела, чтобы ели мясо. Неужели Бог тогда не решит вопросы нам одинаковыми? Он поможет, не нужно бояться. Если бы они так поступили, то каждая из них смог бы спастись и войти в Хананскую землю. Дойдя до входа в Хананскую землю, все погибли. Из-за того, что были обмануты своей мыслью. Иисус Навин Халев сказали, «Они нам пища, не нужно бояться! Они без Бога, а мы имеем Бога! Мы сможем победить!» Однако эти люди хотели побить камнями Иисуса Навин и Халева. Настолько глупые люди все давали за мысли, которые дает дьявол. Полностью отдали свое сердце дьяволу. Поэтому произошло подобное. Давайте теперь мы будем верить в Бога. Когда у нас появляются разные трудности, это правда или это неправда? Давайте будем проверять. Что говорит нам Слово? сегодня многие люди ушли из церкви. Апостол Павел говорит, что те, которые были вместе со мной, ушли от меня. Даже люди следовали за Иисусом и ушли от Иисуса. Дьявол действует. Я желаю, чтобы каждый из вас долго был с церковью, были вместе со Словом, Будем вместе с Иисусом. Тогда Иисус будет использовать нас. Я верю, что во всех наших делах будет благословение Господа Бога. Видите, что хананской землей течет молоко и мед, и видите, что Бог действует. Но дьявол сделал, чтобы люди почувствовали бремя. Наша война это не наша война. Это Божья война. Каждый раз, когда мне тяжело, я видел, как всегда Господь Бог действовал. Если вы дети Господа Бога, наш Бог будет помогать вам. Не нужно бояться, не нужно переживать. Смотрите на Господа Бога. Я верю, что тогда Господь Бог благословит вас.